Кухня холостяка вещает. Как сделать так, чтобы очистить легко, банку, например, с кремом? Ну, берете, значит, ну, я уже банку помыл, мне только идея сейчас пришла. Короче, вот банка чистая уже, видите, вот, короче, берете кипяточку, наливаете, вот так, раз, наливаете кипяточку, закрываете, вот так делаете, в закрытой банке. И оно, короче, все растушивается, там, раз, потом открываете, и все сливаете в помойную яму, так сказать, в помойную тарелку, в помойную кастрюлю, и потом сливаете вот это в туалет. Вот и все. Очень легкий и действенный способ, который не нужно вот это туда как-то туда совать, вот это там, а если глубокая какая-то кастрюля или это. Я всегда так делаю. Рекомендую. Все, пока-пока. Я руки вытаю только. Подписывайся на мой канал. Макс Вехов. Желаю тебе успехов. Вот. Пиши комментарии. Мой личный секретарь опубликует только адекватные комментарии, без матюков и без всяких непонятных высказываний, типа там иди работай, там я там воин света, ля-ля-ля-ля, там света какая-то, не знаю, что за света. Короче, всех неадекватов, идите все на Майдан, там или в спортзал, идите боксом занимайтесь и бейте себе рожу. Все, пока-пока.